Беречь и сохранить планету для потомков. В Сургуте состоялась премьера мультимедийного проекта «Жизнь» хора Сретенского монастыря. Гастроли музыкантов прошли в рамках сотрудничества с нефтяной компанией «Роснефть». Подробности далее. Вновь и вновь на их глазах планета заливается светом и погружается в тень, в которой загораются огоньки. Это обращение адресовано каждому сидящему в зале. Здесь, прямо на концерте, зрители предлагают взглянуть на привычные ценности под другим углом. Через монологи доносят философские мысли о бытие. В Сургутской филармонии премьера мультимедийного проекта «Жизнь» хора Сретенского монастыря. Совершенно новый для солистов церковного хора репертуар. Со сцены звучат песни барда Олега Митяева и эстрадные композиции авторства Земфира, Максима Фадеева, группы «Земляне». Концерт вызвал настоящий аншлаг. Зрители, а это сотрудники РЭК, Югандстрефтегаза и других дочерних обществ компании «Роснефть». Ветераны, представители духовенства и СМИ искупились на эмоции, аплодировали, подпевали и даже плакали. Они просто взорвали наши души. Я пела, плакала, и рядом со мной зрители все пели и плакали. Замечательная программа. Она прямо вот сегодня очень-очень важна, потому что она про нас. Основной мотив концерта – взаимосвязь внутренней душевной чистоты человека и чистоты планеты как главного средства сохранения жизни на Земле. Зрителю, находясь здесь, в зале, удается осознать всю хрупкость окружающего мира. Цель вообще всего вот этой программы, собственно говоря, «Жизнь» – это сохранение нашей планеты для наших детей, для наших внуков. То есть помнить и не забывать – эта тема вообще, в принципе, актуальна всегда. О том, что мы оставляем после себя. Премьера в Сургуте состоялась в рамках сотрудничества с нефтяной компанией «Роснефть». Для нас возможность создавать какие-то новые проекты вместе с компанией «Роснефть», конечно, это для нас, наверное, ключевой фактор, особенно сегодня, потому что иные способы того, как мы можем по всем параметрам передать наше творчество, тем более в регионы, это, конечно, на сегодняшний день просто практически невозможно. Мультимедийная программа «Жизнь» стала 7-м совместным проектом с хором Сретенского монастыря. Этот проект, он открыл мое сознание в том, что иногда мы выбираем какую-то дорогу, мы идем, нам кажется, что эта дорога истина, а есть еще много других дорог. Дорога любви, искренности. С 2015 года при поддержке нефтяной компании с большим успехом прошли концертные представления «Роснефть». Великой победе посвящается «Не святые, святые», «Романовы», «Россия», «Время вперед», «Шедевры мировой культуры», «Подвиг во имя любви», «Сургут». У музыкантов завершаются гастроли. Елена Каткова, Светлана Круковская, Рашид Латыпов, «Вести», Югория, «Сургут».